Так вот он, долгожданный Форд Т-24. Оружие Звездных войн. Все дела. Сейчас мы его опробуем, что он из себя представляет при стрельбе. Так выглядит, конечно, очень красиво, шикарно. Итак, приступим. Легенько сбалансировано, хорошо, чётенько сидит в руке, не клинит, как говорят, у нас все с ним, пороховые газы в ебало не летят.